Да. Сегодня мы в лесу первые грибы вот. И будем их брать. Они очень вкусные. Если я возьму, я потом покажу вам видео блюда из этих грибов. Эти грибы называются зонтики. Вкус у них как у курятины, как у молодой курочки. Башка, ну один вечер. Сегодня мы решили погулять по лесу, поискать ястреба. Идите. Не подходите. Почему? Значит, поискать ястреба и следы его охоты. Вот смотрите, здесь мы нашли место, где ястреб кушал какую-то лесную птичку. Посмотрите, может, вот охотник у нас, Игорь Мысник, расскажет, что он тут кушал. По перу. Да, пишите в комментариях, как вы думаете. Да. Крапинка, чье это перо? Да, смотрите, чье это перо? Вот пучок целый перьев. Да, целый пучок, посмотрите. С хвоста. Да, и вот это видно, что съел он недавно. А он еще, смотри, остатки перьев. Ага, сейчас еще подойдем. Вот у нас охотничий пес, зовут его Ричард. На первой охоте он. Так, еще посмотрим. Где? Вот следы, вон крупные, тоже перья. Ага, ага, вот он его таскал тут, таскал, видите? Это ястреб скушал тут какую-то птичку. Охотников ждем. В комментариях, пожалуйста, пишите, какую птичку он скушал. Да, надо, действительно. Так, какую-то птичку мы увидели тут. Она такой слепой, что не могу ее и даже найти. Интересная птичка. Так, а где она сидит? Я ее потерял. Ира, тихо. Смотрите, что происходит. Это соколки какие-то. Это сокол. Игорь, смотри, сокол. Маленький сокол, типа пустельга. Или пастельга. Ну, в общем, это сокол так кричит. У него тут гнездо. Ну, нет. Вот это он так отгоняет от своего гнезда. Какую-то хищную птицу. Да, значит, где-то тут что-то есть, ребята. Какой-то пастельга, какой-то маленький соколок живет. Что-то тут есть. А так он тут дел как-то отгонял. Сейчас поймаешь? Сейчас, секунду. Видишь? Сейчас, пока еще не поймал. Если что, включи, там можно включить это вот так вот раз, когда горки загорятся, она хорошо приближает. Или бесконечность включить. Настройку другую, понял? Внизу там. Сейчас надо сместиться. И говори, только включи запись, красно. Включил запись. Значит, скажи, заяц. Сейчас покажем зайца в лесу. Ты увидела зайца? А не можешь снять? Далеко, да? Сидит, я не видел. Он замер. Приблизил его? Да прям... Ты хорошо, аж походи так, чтобы тебе хорошо было его видно. Да, он преклонился. Сейчас траву пробует. Траву пробует. Ну, прикольно. Я еще одного увидела, но мне это кажется, что там что-то на оленя какое-то, он большой. А ну-ка, пройди. Только у меня есть оленя. Да, пройди. Голос очень... Да, может, только рука. Но он не двигается. Он голову отрывает. Да? Ест заяц что-то. Ест, да? Приблизил ты его? Угу. Ну и хорошо. А потом, мы говорим, что когда уже ему надо лесу восстановить, снимешь это. А если так приближаться, он начнет убегать от тебя, да? Ну, не знаю. Приблизил хорошо, да? Да. Так, все, зайцы. Сейчас покажем. Сидит. Да и че у меня дикий заяц в лесу.
как нам пройти?